Приветствую вас на пятой шпаргалке от Максон. И сегодня мы поговорим с вами о выделении полигонов. Очень часто на сложных объектах нужно выделять часть полигонов. И это занимает очень большое время, потому что объект нужно разворачивать и выделять его со всех сторон. Обычные инструменты, которые нам даются на панели инструментов, они позволяют, конечно, выделить сразу несколько, но края у нас будут не очень ровные, и все равно придется вручную дорабатывать. Для того, чтобы упростить эту задачу, мы будем пользоваться инструментами, которые нам дает Максон в панели выделить. Мы выбираем циклическое выделение и выбираем, например, нужную нам область, которую мы хотим выделить, сложную, например, лицо, глаза, губы, нос, там, где нужно в ноздрях, в подбородках, в губах, в глазах разворачивать, долго мучиться, все это вручную обводить. Вот. Для того, чтобы быстро все это заполнить, мы выбираем «Выделить» и заполнить выделение, и нажимаем на обведенный контур. Все, у нас получилось выделение обведенного контура. Если нужно добавить нам каких-то полигонов, мы, соответственно, можем это сделать как вручную, так и с помощью инструментов циклическое выделение. Если нам нужно сделать, например, одежду, мы снова берем циклическое выделение . Выделяем нужный нам объект, мы снова берем заполнить выделение и нажимаем обведенную область. Выбираем каркас, команды, отделить, закидываем на новый объект текстуру. Все, мы получили одежду таким образом быстро и без особенных хлопот. А на этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие шпаргалки от Максон на русском языке.